Ну, где мои бабки? Еще даже не названы финалисты. Будет еще тур? Ты же знаешь, Лиса. Хватит, успокойся. Ты танцевала потрясно. Правда? Да, мне понравилось. Ребята, прошу тишины. У нас два финалиста. Лео. И Лиса. Классно, да? Да. Ты когда-нибудь молилась? Вообще-то нет. Сделай на сегодня исключение. Удачи, Лиса! Улыбнуться? Как я могу улыбаться? Я оставил матери 3 миллиона сообщений, она не ответила. Позвонить? Как я ей позвоню? Я не слышу. Попросить кого-нибудь? Фаби. Мне некого просить. У меня нет ни одного друга. Я был сволочью, последним кретином. Не веришь? Напрасно, это так. Я был подонком. Лиса, она меня любила, а теперь не любит, потому что я глухой. Что? Да, да. Я знаю, что ты меня любишь. Спасибо. Но ты мне не поможешь. Ты не поможешь. Время, Лисе. Нога еще болит? Чертовски. Позвать врача? Нет, у меня еще есть полчаса. Я не паникерша, но это падение может тебе дорого обойтись. Поэтому я должна быть лучшей. Тот парень классно танцует. Хватит меня доставать, делай массаж. Я тебя не достаю. Зачем уродоваться, если все потеряно? Не все потеряно. Я должна выиграть этот конкурс. Даже если я сдохну на сцене, я все равно выиграю. Держи. Гвидо сказал приложить лед к лодыжке на 10 минут, убрать на 5 минут и снова подержать 10. Успокойся, ты победишь. Правда. Привет. Пабло, плохо. Мне тоже не весело. Иди, он успокоится. Я тоже хочу быть с ним, но не могу. Я подвернула ногу. Осторожнее, мне больно. Не прикасайся ко мне, я сама. Я сама. Лиса, давай скорее, до финала 10 минут. Твоя очередь. Ты уверена, что сможешь? Да. Болит? Немного. Но я должна. FM 04. Новая волна. Молодец! Браво! Тихо! Тихо!
Победителем признается... Лиса! Я победила! Теперь Пабло...